Очень часто на 1 сентября бывает прохладно. И не только прохладно, но даже и дождливо. А поэтому в рубашке либо в блузке ребенок замерзнет. И возникает вопрос, что же надеть сверху, чтобы он и не замерз, и не промок. А у нас есть несколько вариантов. Это либо куртка-ветровка на сетке, либо куртки софтшелл. И у той, и у другой модели есть преимущество. Например, ветровку можно носить даже сейчас в прохладную погоду, либо на дождь, а потом пододевать флис для утепления. Если у вас нет флиса, вы можете взять его у нас. Так, а софтшелл – это уже гибрид куртки и флиса. Соответственно, у него есть уже флисовая подкладочка. И сейчас покажу, как они выглядят внутри. Соответственно, курточка на сетке, совсем легкая. Можно даже сказать, летняя. И куртка софтшелл, она уже на флисе. Опять же, если у вас нет флиса, приходите к нам. Классический, более гладкий, вязаный. У нас есть много вариантов.